Одновременно на четырех снарядах проходит выступление гимнасток, и трудно отдать кому-либо предпочтение, хочется увидеть всех. Но давайте посмотрим, как выполняют румынские гимнастки вольные упражнения. Теодору Унгуряну. Наши спортсменки после выполнения обязательной программы опережали румынских гимнасток на 1,5 балла. И вот после первого вида программы сегодняшних соревнований они еще увеличили свое преимущество на 25 сотых. Наши девушки набрали 49 баллов ровно, а спортсменки Румынии 48,75. 9,75. Оценка Теодору Унгуряну.